Всем здрасте! Меня зовут Ольга. У меня сегодня отчетик по совместному проекту, организованному Аллой Жураковской. Ее канал Алла вяжет. Проект называется «Время года осень». Я в этом проекте уже много навязала. Я связала плед для своего внука из пряжи Дольче. Вот, связала вот три пары носок, вот такие вот носочки, вот такие вот хеликсом и вот такие большие носочки. Дело в том, что я вывязываю пряжу, которую я распустила в свое платье, вот. И остался у меня вот такой вот клубочек. Но я думаю, мне еще хватит на одни носки. Моя четвертая пара, вот я ее довязываю. Вот такие вот носочки. Вот. У нас в проекте участвует 15 человек. Проект проходит с 1 сентября по 30 ноября. Вот мы делаем отчетики 15 и 30 числа. Я желаю всем удачи, успеха в проекте, в этом и не только в этом. Вот для отделочки этого носочка я вот применила пряжу, называется Christmas. И сегодня было такое предложение, что проект будет продолжаться и называться он будет «Времена года». И следующий проект будет «Время года зима». Глядя на такую прекрасную пряжу, мне захотелось поучаствовать еще и в этом проекте. Но уже больших изделий вязать я не буду, так как я вяжу два больших изделия. Буду вязать что-нибудь новогоднее, красивое. Вот из такой вот красоты. Какие-то аксессуары буду вязать. Елочки. Может быть, свяжу еще рукавички новогодние. Ну, в общем, все, что будет касаться зимы, будем вязать. Может быть, еще носочки какие-то. Вот. Такой отчетик у меня небольшой совсем. Вот такие вот носочки получаются. Так что я уже вывязала все свое платье. Носочки все у меня пойдут на благотворительность. Я их все подарю. Девочки, всем успехов, всем удачи, всем хорошего настроения.